Я Алексей Смирнов, командир гуманитарного батальона «Ангел». В сети растет ажиотаж по поводу моего исчезновения. Хочу вас заверить, что все со мной нормально. Я не нахожусь у украинских военных. Наша группа была задержана Министерством государственной безопасности по факту незаконного хранения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, и также использования фиктивных документов вооруженных сил ДНР. Я полностью осознаю свою вину и считаю, что ни одна гуманитарная цель или благое намерение не может служить в пользу нарушения закона. Я прошу вас не повторять моих ошибок, и если у вас есть какие-то взрывчатые вещества или даже патроны или боеприпасы, прошу их сдать в полицию, чтобы не повторять моих ошибок. Остальные сотрудники моей организации в скором времени, которые не были причастны к данному инциденту, будут отпущены и продолжат свою миссию. Я также хочу попросить у всех прощения своих сотрудников за то, что не все им говорил, и попросить прощения у всех людей, которые нас поддерживали и продолжают поддерживать. В данный момент ведется следствие по данному факту. На меня никакое воздействие ни психологическое, ни физическое не оказывается. Следствие ведется предельно объективно в рамках именно тех правонарушений, которые мы, ну, тех законов, которые мы нарушили, я в частности. Я считаю, что нет повода для паники. Я надеюсь, что наши хорошие, добрые дела, которые мы совершили на территории республик, нам зачитаются, и в скором времени мы увидимся. Поэтому прошу всех без паники, соблюдайте законы и берегите себя.